Итак, народус, всем привет! Сегодня пришел на распаковочку телефон Nokia N76. Этот телефон ранее у меня уже был на распаковке когда-то. И вот снова заказали. Сейчас посмотрим, чего у нас там пришло. Потому что заказывал у другого поставщика. Ну и, собственно, хочется посмотреть на добросовестность этого человека, что он нам тут прислал. Он тут прислал все в оригинальной коробке, конечно же. Сам телефон, диск, зарядка и наушники. Только что-то я тут не вижу. И мы, ну ладно. А, вот он здесь. Хорошо. Так, и мы здесь лежит. Все в порядке. Вот сам телефончик, конечно, выглядит. Отлично выглядит. Так, что-то камера не хочет сфокусироваться. Вот такой вот аппаратик у нас. Красивенький. Да, хороший. Вот он у нас в разложенном состоянии. У этого аппарата два экрана. Один основной экран и один маленький экран для уведомлений. Он, кстати, тоже цветной. Это переключение для плеера. Так, у нас со вспышечкой идет. Камера. Так, камера вот она. Сейчас мы его попробуем включить. Так, ну для начала надо посмотреть. А как же его открывать-то? Ага, вот. Так, потому что тут заклеивают батарейку. Просто-напросто, чтобы он по дороге случайно не включился. Так, сейчас мы это все дело снимем. Вот так вот. И поставим на место. Все. Телефон готов к запуску. Сейчас мы его включим. Ну, телефончик включился. Так, я тут немножко яблоко грызу. Надеюсь, никого не смешаю. Не сочтите за неуважение. Просто я жрать хочу. Только домой попал. Как видите, вот экранчик цветной, как я и говорил. Здесь, правда, на камере немного засвечивает как-то. Непонятно, но вживую все выглядит лучше. Вот, ну и вот, конечно же, основной экранчик. Так, нам нужно язык выставить. О, клавиатурка класс, синим светится. Ё-моё. Классно. Да, хороший аппаратик, хоть и старенький, но в принципе сейчас и аналоги такого плана, раскладушки продаются не дешевле, сейчас по те же самые характеристики, фактически не особо там камера отличается, но 2-2,5-3 тысячи я видел. Так, персонал, дисплей у нас, language, автоматик, русский язык, окей. Сейчас перезагрузится и будет у нас русский язык. Угу. Так, у меня девайс уже пирикает. Заряд батарейки садится. Поэтому видео сейчас может в любой момент оборваться. Но я постараюсь снять гораздо быстрее. Так, все, русский язык у нас есть. Все нормально. Смотрите, что прикольно. Плеер. Интересно. Круто. Так, а камера у нас как запускается? Вот тут даже отдельная кнопка на камеру есть. А ну-ка. Да, запускается длительным нажатием. Запускается камера. Так, вот так вот у нас все это дело выглядит. Вот так вот снимать надо, наверное. Потому что все перевернуто получается. Ладно, выходим. Камера работает, все в порядке. В общем, отличный телефончик пришел. Сборка отличная, корпус хороший, выглядит ярко, красиво. Вообще, замечательно выглядит вообще. Классно. Вот такая вот у нас штучка здесь появилась сейчас. Часики. Мы закрываем. Оп, и рабочий стол тоже влазит. Здесь можно плеер включать отсюда же.
В общем, круто. Классный телефон. Все, всем спасибо, пока.